Привет, это Робин Шарм. Огромное спасибо за ваш потрясающий отклик на мой предыдущий видеоролик «11 навязчивых идей лучших предпринимателей». И чем я хотел поделиться с вами в этом видео, это 11 вещей, которые делают выдающиеся мировые бизнесмены, чтобы увеличить свой бизнес, приумножить свои доходы, создать культуру победителей и в конечном счете прийти к жизни своей мечты. Если вы пропустили мое видео «11 навязчивых идей лучших предпринимателей», то вы сможете посмотреть его на YouTube или же на сайте remarkableentrepreneur.com. А в этом небольшом тренировочном видеоролике я хочу рассказать вам про 5 вещей, которые делают выдающиеся предприниматели, на самом деле лучшие из лучших, чтобы построить свои команды победителей. Потому что очень часто мы забываем про ключевую идею. Чем больше ваша мечта, тем важнее ваша команда. Лучшие предприниматели эффективно используют таланты каждого из своей команды, чтобы увеличить и ускорить достижение своих результатов. Первая вещь, которую делают лучшие предприниматели, чтобы построить свою команду победителей, это благодарность. Если вы посмотрите на исследования в этой области, в частности на исследования компании Gallup, то вы увидите, что первая причина, по которой вы можете потерять талантливого человека или не суметь привлечь лучших людей в свою команду, это не низкая оплата их труда. Главная причина заключается в том, что они не чувствуют благодарности и признания от человека, на которого работают. Поэтому вот простая идея. Благодарите своих людей. Говорите им «пожалуйста» и «спасибо». Сходите вместе в ваш любимый ресторан и вручите герою недели подарочный сертификат. Но команда, если вы хотите построить действительно сильную команду, должна чувствовать вашу благодарность. Вы обязаны говорить им «спасибо». Вы должны дать им понять, что их упорный труд, нестандартное мышление, инновационный подход поощряется вами. Пожалуйста, не будьте слишком заняты, чтобы делать это. В этом и заключается работа лучших предпринимателей. Это и есть самый высокий уровень лидерства. Вторая вещь. Чтобы построить успешную команду, вам необходимо создать чувство принадлежности. Посмотрите, например, на компанию Virgin или на Starbucks, или посмотрите на компанию Zappos или Google. Все эти организации функционируют так хорошо, потому что они создали уникальное чувство принадлежности. Когда каждый человек из команды Google, FedEx или Starbucks ощущает свою принадлежность к особенному сообществу. Ваша работа выдающегося предпринимателя заключается в том, чтобы построить ваш бизнес и культуру в команде таким образом, чтобы люди чувствовали себя членами особенного сообщества. Когда они могут приходить на работу и жить по культурным ценностям и устанавливать связи и отношения с другими людьми так, как им это нравится. Третья вещь представитель своей успешной команды – это люди. Если вы действительно хотите разбудить таланты своих людей, пожалуйста, помните, что когда они приходят на работу, они хотят, чтобы вы помогли им вырасти. Вы, как лучший предприниматель, должны бросать им вызов. Вы, как выдающийся предприниматель, должны развивать своих людей и давать им обратную связь, не только в виде поощрения, но и вдохновляя и мотивируя их. Потому что в конечном итоге больше всего человек хочет от своей работы иметь возможность развивать свои таланты, чтобы стать тем человеком, которым он должен быть. Поэтому вы, как лучший предприниматель, должны развивать своих людей. И самая большая ошибка бизнесмена, когда он говорит, «Ну, я слишком занят, чтобы учить своих людей, я слишком занят, чтобы развивать их таланты». Ваша задача быть наставником для людей. Вы должны взять людей с того места, где они находятся сейчас, и показать им путь туда, где они не мечтали оказаться. Если вы сделаете это, они отплатят вам своей лояльностью и с удовольствием станут частью вашей успешной команды. Четвертая идея – это празднование. Команда, которая вместе отмечает важные события, это команда, которая всегда остается вместе. Не ждите до конца квартала или года. Отмечайте победы. Отмечайте микро- и даже нано-успехи вашей команды. Сходите куда-нибудь вместе. Купите пиццу и устройте вечеринку. Отметьте за одним столом все небольшие достижения и результаты, которые показал каждый человек из вашей команды. Потому что делая это, вы создаете энергию, вы создаете импульс, и люди начинают вдохновляться вашей мечтой, вашим видением и вашими целями. И, возможно, самая важная вещь. Я учил многих своих клиентов тому, как строить успешные команды. Среди них были такие крупные компании, как FedEx, Microsoft, IBM, General Electric. Самое важное заключается в том, что в конце рабочего дня каждый человек из вашей команды, каждый, хочет осознавать, что он создает разницу. В этом и заключается секрет работы со страстью. Мы все хотим, чтобы страсть нашей компании, страсть нашей команды заражала и наших клиентов. Секрет работы со страстью заключается в наличии большой цели.
И ваша задача четко понимать ту разницу, которую должна нести в мир ваша организация, ваши товары и ваши услуги. И поэтому, если вы посмотрите на самые успешные мировые компании и на лучших предпринимателей, основавших этот бизнес и управляющих им, это люди, которые постоянно делятся очень четким и ярким видением будущего, которое с удовольствием разделяют члены их команды, каждый день используя свои таланты, чтобы реализовать это видение. И когда вы даете понять своей команде, когда вы делитесь с ними своим видением и высокой целью, когда они на самом деле чувствуют, что создают разницу в жизни ваших клиентов, они будут вкладывать всю свою энергию, использовать все свои таланты и будут до конца преданы вам. Это и есть 5 вещей, которые делают лучшие предприниматели, чтобы построить свои успешные команды. Я надеюсь, они вам помогут увеличить объем продаж, создать еще лучшую культуру в вашем бизнесе и в конечном счете прийти к своим мечтам.